Уважаемые зрители, на протяжении последних 4 лет я постоянно предупреждал о том, что война в Сирии может напрямую отразиться в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Меня уверяли в Москве в том, что это невозможно, что у России и у Турции тесные отношения, что я вообще ничего не понимаю, и Анкара никогда не пойдет на действия, которые бы подрывали позиции Кремля в Закавказском регионе. Последние события показали, что Анкара и Баку действуют под неформальным покровительством Великобритании и союзных им сил в Соединенных Штатах, и их действия направлены непосредственно на выдавливание России из Закавказского региона. Более того, за последние дни мы стали свидетелями 2 терактов уже в российском Северном Кавказе. Я имею в виду нападения на правоохранительные органы в Дагестане и Чечне. И что мы видим на этом фоне? На российских телеканалах полуграмотные депутаты и так называемые политологи обвиняют армянское руководство в, страшно даже подумать, в антироссийских, прозападных настроениях. Вы только вдумайтесь, 2 армянских государства борются с международным терроризмом, борются с действиями самого Запада, направленными на выдавливание России из Закавказья, и вместо того, чтобы им просто сказали слова поддержки на российских телеканалах, им говорят, что вы вообще предатели, вы Русь-матушку не любите, и вы вообще ведете себя непорядочно. Ребят, у вас вообще все в порядке с головой? Вы адекватные или нет? Вы чего добиваетесь? Я вам расскажу один исторический факт. Я это сделаю в первый и в последний раз. И я хочу, чтобы вы его запомнили. С ноября 1914 года, когда Османская империя вступила в Первую мировую, по апрель 1915 года более 50 тысяч османских армян, которые являлись подданными Османской империи, перешли на сторону русского царя, чтобы не сражаться со своими единоверцами из российской армии. Мой народ заплатил огромную цену за преданность русскому народу. И сейчас, спустя 105 лет, нам с российских телеэкранов смеют говорить о том, что мы были неверны, и мы сейчас якобы неверны перед своими единоверцами. Вам не стыдно? Позор вам! Вы не знаете свою собственную историю. Впрочем, дело-то не только в вас, а в том, что война против Арцаха и Армении – это фактически война против Ирана, это попытка в последующем дестабилизировать Иран и китайский шелковый путь. Поэтому, если Россия продолжит и дальше бездействовать, то России придется объяснить не только армянам, но иранцам, китайцам, европейцам, которые являются основными выгодоприобретателями шелкового пути, объяснить, почему бездействуем, почему ничего не делаем. Из-за российского бездействия турецко-азербайджанская клептократия настолько разгулялась в регионе, что объявила 2 армянским государствам тотальную войну. И если они хотят продолжить убивать армянских детей, женщин, стариков, то пусть знают, что рука армянского воина, его шпага, не дрогнет перед необходимостью нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, благодаря которой Баку получает деньги, которые затем тратятся на закупку оружия и на кровопролитную войну в Закавказском регионе. И не говорите потом, что вас никто не предупреждал.
Не армяне начали эту войну, но мы ее закончим. Нам плевать на ваши договорники, на ваши шкурные интересы, на ваши закулисные действия. Мэнг Каахтэнг. У Нагорно-Карабахского конфликта есть решение. И это решение состоит в том, чтобы признать независимость Республики Арцах. Я считаю, что первый пример должна подать Республика Армения, а уже потом, по моему глубокому убеждению, это признание получит поддержку среди разных стран – Европы, Америки, Латинской Америки, Азии и так далее. Я не один так думаю. Дело в том, что еще бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок недвусмысленно говорил о том, что есть только одно решение проблем автономных территорий бывшего Советского Союза. Это признание тех самых автономных территорий. В противном случае мы будем постоянно проливать кровь, абсолютно бессмысленно. Мы никуда не придем, кроме усиления межэтнических противоречий, межконфессиональных противоречий на постсоветском пространстве. Так что международное признание Республики Арцах является безальтернативным. Более того, я считаю, что признание Арцаха должно стать предусловием армянской стороны для начала любых переговоров с бакинской криптократией. Вот если Азербайджан хочет вести с нами какие-то переговоры, то сперва он должен признать независимость Арцаха. Без признания статуса Республики Арцах со стороны Азербайджана ни о каких переговорах быть не может. Я считаю, что признание бывших автономных территорий – это очень важно. Ведь прецедент Крыма также для нас очень важен с точки зрения национальной безопасности России, с точки зрения безопасности народов, которые живут сегодня в Крыму. И я считаю, что армянский народ имеет ровно такое же право на признание своей международной правосубъектности. Крым захотел стать частью России, он воспользовался этим правом. Сперва, что касается армянского вопроса, карабахские армяне должны получить признание со стороны Армении и международного сообщества. А уже потом, после этого признания, они должны сами определиться, будут ли они независимым государством, или они, например, захотят вступить в состав Республики Армения. Но это уже вопрос второй и третий. Это вопрос уже выбора самих арцахцев. Поэтому оставим его для них самих.